русской словесности, нашему родному русскому языку, нашей прекрасной классической литературе, всему тому, что нас держит сегодня и не дает забыть о прошлом, а значит, у нас есть будущее. Потому что именно языком жив народ и жива душа. Мы посвящаем эту программу нашим друзьям, которые больше никогда не выйдут с нами на эту сцену, но которые навсегда останутся в нашем сердце. Мы погасили свет, принялись пить и болтать обо всем. Напротив нас на стене зажегся неоновый конь кинотеатра «Весна». И он полетел. А мы целовались трепетно, трепетно, трепетно так. Дышали и знали, что мы никогда не умрем. Никогда не умрем. А чуть позже мы вместе легли в постель, и нас заливал неоновый свет. Под красным крылатым конем разливалась ночь. И лица краснели, и лица белели 7 раз, 14 раз. Взмах крыльев, неоновый конь все летал и летал. И так миновала одна из наших ночей, одна из лучших ночей. Красный крылатый неоновый конь. И пока я